Праздничное открытие новой детской игровой площадки в рамках комплексного благоустройства территории прошло рядом с домами номер 30 и 31 деревни Целеева. Участие в торжественном открытии принял глава Дмитровского городского округа Илья Поначевный, который вместе с детьми по доброй традиции перерезал красную ленточку. И ребята шумной толпой устремились к новым качелям, горкам, турникам и песочнице. Очень важно в такой красивый солнечный день открыть такую прекрасную площадку, на которой вы здесь все собрались и, наверное, будете каждый день собираться, ведь правда? Да! Нравится площадка? Да! Мы таких площадок делаем в этом году 25 в разных наших деревнях, селах. Благодаря программе Андрея Юрьевича Воробьева 10 площадок он делает и 15 мы. Для того, чтобы вы, наши самые-самые красивые звездочки, самые-самые лучшие чемпионы, здесь развлекались, здесь получали хорошее настроение и радовали нас, родителей. Как отметил глава округа, органы местного самоуправления в первую очередь должны думать о детях, об их благополучии, занятости, досуга. Ведь дети – наше будущее. Действительно, результат отличный. На детской площадке много детей. И так приятно смотреть на ребят, видеть, как они прыгают, радуются и получают удовольствие от новой площадки. Илья Игоревич пришел на праздник не с пустыми руками и угостил ребятишек вкусными глазированными сырками. Понятно, что строительство подобных площадок требует немалых финансовых затрат в Дмитровском городском округе. В этом году до конца сентября будут комплексно благоустроены еще 25 дворовых территорий. Новые площадки появятся также в Яхраме, на улице Большевицкой и Ленина, в деревне Парамонова и в Деденево. Совместными усилиями детям сегодня устроили праздник. И глядя на их счастливые лица, понятно, что старались не зря. После торжественного открытия для юных жителей деревни Целеева развлекательную программу представили артисты детского музыкального театра «Колесо».